давайте до трех таких условий мне брать одинаковых персонажей. Хорошо. Ну, это уже условность. Чтобы это было интересно. Ну, финал пусть на максимум играет, любыми персонажами. Зачем? До трех побед, знаешь. Ну, да. И не берем одинаковых персонажей. Да почему? Вот, не, это какие-то правила уже любительские. Там не брать персонажей, играть на рандоме. Не, пусть играют на максимум. Смотри, как посмотреть 10-й бой, типа Шреддер против. Ну смотреть, ну понимаешь, они играют в финале. Пусть они играют максимально тем, кем умеют. Зачем рандом? Но какой-то? Они умеют играть, ничего страшного. Да, не умеем мы играть. О, за контру. Ну хотя посмотришь. Конечно же. Да, тут тоже три победы, потому что. Это рано. Ох ты смотри. Просто одно неловкое движение, ты уже отец. Вообще я видел, что обычно там по Оскару с таким квадратиком. Все стены остались. Почти. Я Ну что у тебя толстая задница? Ну в смысле там. Главное то нажать. Вот опять мы тоже. Ну я старался. Прыгать ногами. Ты что за глюк был? Ты видел? Время кончилось. Я такого не видел еще. Время типа кончилось. Почти финал. Победил. Нифига себе. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. А, давай играем. Ну, 1-1. Я выпрыгнул. Короче, 1-1. Да, я сейчас посмотрю.
Почему он не едет? Что за беготня тут делать? А что, на трёхпойдет типа играем? Да. Как я не увидел? Потом за финалом может быть. Пока. Два раза подряд выигрываешь. Играйте там. Кейсик. На боссом. Готовый персонаж. Или Леонардо. Блин. Я стараюсь. Ну да, конечно, она бы. Регламент более. Да, видишь, у меня приседает она. Вот сейчас облако. По почкам. Под франью. Берет зубы, провод от мышки. Я ничего не знаю, я даже сказать, среагировать. И он сразу вскакивает и убегает. Понимаешь, нельзя это сделать. Сначала не похоже. Что не работает? Ну, может, там... Смотри, в воздухе взял. Я вдруг, может быть, получится. А мы не хотим, я вот это растет. А теперь лишнее чувство. Ух ты! Плохо. Вообще просто не шумило. Да. Не выводишь? Да он вообще. Ну как так? Нога же не ловится. Давай, смирись. Давай, свой брат. Вадим, да что ты?
Все. Спасибо. А, нет, что ли? Охренеть. 2-2. Так, я выиграл. 3-1. Ты проиграл. Как ты проиграл? Я выиграл. Он проиграл. Да, ладно. Синий выиграл. Ты проиграл. 2-2. Решающий сейчас, решающий. 2-2. Ну что, ребят, сердечко не вытянуть. Тубус, да? Давай, давай, давай. Всю игру играй спокойно. Все. Пошли на мозг. Понравился нам ваш сходняк? Да. Понравился ваш сходняк? Какой? Судя по всему, нам тут так не удастся. Какой именно? Ну вот, мы собирались недавно, в мае. Я наблюдал. За ногу схватил? Да. О, блин! В натуре! Говно! Друг получил. Нормально, бывает сложно. Значит, заточиться. И вот. Да. Вытрем ладошку. Давай, сейчас просто два раунда берешь и все. Вот, Тубус, ощутит ли он то, что я чувствовал в финале по хоккею? Спасибо, ты научи меня играть. Главное не перепутать прыжку. Да, да. Так, пацаны, аккуратнее, не закрывайте здесь экран. Здесь финал идет. Как так? Так, есть решающий раунд, давай. Спокойно играешь свою игру. Смотри, повелительно. Прыжок сработал вообще. Давай, собака. Есть! Да. Нет, нет, нет. У меня очень мало пока еще. Да, мне все надо. Все. Красавчик. Нормально. Красавчик. Тубус чемпион. Тубус чемпион. Покажи, на чем ты играл. Вот на этом он играл. Вот. На типичной Дэнди. На типичном Несси. На типичном экране.